В день старта 22-х Олимпийских игр в Омске открылась новая лыжная трасса. На территории природного парка «Птичья гавань» региональным Минспортом и Министерством природных ресурсов и экологии Омской области было организовано место для отдыха и занятий физической культурой. На торжественном открытии юных лыжников приветствовал Юрий Гамбург. Сегодня есть уникальная возможность, как раз у вас, став на лыжи и пройдя эту уже современную трассу лыжную, приобщиться к самому, наверное, знаменательному событию планеты – это проведение Олимпийских игр. Эта трасса пригодна для прохождения классическим и коньковым ходом. Протяженность ее 1,5 километра. Первые испытатели новой трассы, воспитанники детских спортивных школ, пока путаются в лыжах, но уверенно идут вперед. Расскажи, пожалуйста, как тебе трасса? Понравилась? Да, понравилось. Только тяжеловато, но нормально полностью. А в чем тяжеловато? Подъемы там такие. А так нормально. Да как ты проехал? Нормально. Не упал. Ну, один раз споткнулся. И все. А так трасса нормальная. Ты давно занимаешься спортом лыжным? Я, да. Сколько? Год. Каким ходом умеешь кататься? Коньком не очень, но классикой нормально. Совместный проект двух министерств для одних должен стать местом отдыха, для других – учебно-тренировочной площадкой. В ближайшее время это место приобретет статус детского досугово-экологического центра. Вот этот парк Птичьей гавани, так скажем, реанимирован, да, получил новый импульс. И вот этот проект больше всего как бы для спортсменов, для жителей Левобережья рассчитан. В этом году мы делаем пробный шаг. Мы в декабре буквально вот закончили бюджетное учреждение «Птичья гавань», непосредственно находится под координацией нашего министерства. В декабре закончили вот буквально опоры освещения и сделали совместно с Минспортом освещенную лыжную трассу. Сделали еще большой круг, неосвещенный 3, ну и на перспективу планируем, что будет еще у нас где-то в пределах 3,5–4 километров. Надеюсь, к следующему году, как еще финансовое состояние будет, мы будем запускать совместно с Минспортом такую программу. Вход на лыжную трассу для всех любителей физкультуры свободный. В перспективе прокат инвентаря, теплое кафе, места для парковки.